Сразу три знаменательных события отмечались накануне Воскресенской церкви Твери. Престольный праздник Северного предела в честь трех исповедников, 20-я годовщина возрождения храма и 285 лет со дня освящения каменного храма, построенного на месте деревянной церкви. Расположенная на левом берегу Волги, в центральной части Твери, Воскресенская церковь давно уже стала одним из главных символов города. Горожане чаще называют ее храмом трех исповедников. Божественную литургию в день праздника и всеношное бдение накануне в этом храме традиционно возглавил митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Сослужили владыки настоятель храма иерей Виталий Симора, духовенство церкви, председатель отдела социального служения Тверской епархии и иеромонах Амвросий Желебовский, клирики Воскресенского кафедрального собора Твери. Иеромонах Филарет Воронцов обратился к прихожанам с проповедью о глубоком доверии и крепком уповании на Господа Бога нашего и о святости брака. Праздничное богослужение завершилось освящением колева и вознесением молитвы святым мученикам за Христа, память которых молитвенно совершалась в этот день. Глава Тверской митрополии поздравил паству с престольным праздником и призвал следовать примеру веры святых мучеников Гурия, Самона и Авива, которые, по словам владыки, удостоились не только мученического венца, но и молитвенного дерзновения пред Господом. Владыка пожелал прихожанам и гостям праздника укрепления христианской жизни и преподал всем свое архипастырское благословение на благие и праведные труды. Завершился праздник небольшим концертом, посвященным юбилейным датам.